показывал, как наши бойцы сработали. Никогда такого не было, чтобы я так часто посещал больницу. Смотрите, у нас такой легкий сегодня грустный повод. Я не буду говорить официальные слова. Мы открываем сегодня Косте мемориальную доску. То есть, наверное, сегодня прозвучит много слов, и прессе расскажут коллеги о том, что он был профессиональный человек, был и год и возглавлял больницу. Но я хотел бы просто отметить его личные качества. Я думаю, вы все со мной согласитесь. В первую очередь, он был очень добрый человек. Он был добрый человек, он был порядочный человек. И что всегда отмечали люди, он был безотказным. Всегда, когда к нему обращались за помощью, разные люди, он всегда находил способ, каким образом помочь. Поэтому сегодня мы отдаем дань памяти ему. Давайте не будем долго растекаться мыслью по древу. Это, наверное, то небольшое, что мы можем сделать для того, чтобы увековечить его память. И давайте посмотрим мемориальную доску. Спасибо. Да, должен быть наши бойцы.